Я помню, как я умирал. Врачи ошиблись. Я не умер. Но умирание я помню. Мне дан был выбор. Была дорога. Смерть прекрасна, а жизнь ужасна. Я выбрал жизнь. В моем мировоззрении никаких существенных изменений не произошло, если не считать, что теперь я верю в существование души. Вот я вижу, как открывается книга судьбы, белая страница, на которой еще все может быть написано, и тайные силы темно смотрят друг на друга и пытаются понять свою мощь. Иногда говорил, что он чувствует и знает, что его ведут. Совершенно. Считал себя как он главный хранитель. Там, скажем, даже на Урале, когда его посадили в зону. Жить без высшего начала – это не для меня. И быть просто собранием движущихся молекул – я не согласен. Зачем нужна космонавтика? Вероятно, в будущем это явится единственным способом предотвратить вселенские катастрофы. Весь мир тогда был потрясен успехом Советского Союза, который сумел вывести в космос первого в мире человека. Мы тогда шутили с Раушенбахом, что стоит нам ошибиться на какие-то 180 градусов в ориентации космического аппарата «Восток», и Гагарин не вернулся бы на Землю. Природа человека, его инстинкты не меняются с каменного века уже. А мы действуем, как в каменном веке. Мозги те же. Я совсем не буду удивлен, если какой-нибудь дурак кончит вообще жизнь на Земле. Мощь человека выросла невероятно, а ум остался тем же. Но пути Господни неисповедимы. Мы не знаем, чего хочет Господь. В 42-м году меня упрятали за решетку, как, впрочем, всех мужчин-немцев. Формально у меня статьи не было, статья «немец». Ну, ГУЛАГ, есть ГУЛАГ, решетки, собаки, все как положено. Наш привычный трехмерный мир вложен в четырехмерное пространство, что легко описать словами, но представить себе нельзя. Эти две стороны одного листа позволяют по аналогии представить себе одновременно существование в некотором месте, хотя бы в комнате, обычного и мистического пространства. В первом живут и действуют люди, а во втором, например, ангелы.